Всем чернофонцам, которые борются с Виндой, с ее по умолчанию белым фоном везде, посвящается. Вот, смотрите, бывает, что вот так вот вспышка такая происходит при сворачивании, разворачивании браузера. Бывает, что и в других приложениях тоже. Кому такое не нравится, надо установить анимацию окон при сворачивании и разворачивании. Другие пункты я пробовал, они никак не влияют. Теперь смотрите. Вспышки белого нет. Сбережете свои нервы и глазки.